Всем привет, господа охотники! Вы не отгадаете, куда я еду. Еду в магазин «Запал». А почему? Потому что на телеграм-канале «Запал», «Запалбай», был размещен пост о приходе бомбических гусей, чучалок, версии «Запал Про 2020». Вот мне стало интересно, что там за чучалки. И в прошлом году, когда я делал обзор чучел «Запал Про 2019», я там указал на несколько недостатков в тех чучалках. И в чучалках, и в ножках. Вот. И в соцсетях представители магазина «Запал» поблагодарили за отзыв и обещали исправить недостатки в следующих моделях. Так вот, я сейчас еду к ним в магазин, взял прошлогоднюю чучалку, то есть прошлого года версию, вот она, с собой, и для того, чтобы уже на месте сравнить ху из ху, какие отличия, какие изменения были внесены. Ну и есть ли смысл покупать. В основном я это делаю для того, чтобы удовлетворить свой интерес и просьбы через соцсети моих подписчиков съездить в магазин и оценить, стоит ли заказывать эти чучалки. Потому что со всей страны, со всех областей гусятников много. Не каждый может доехать для того, чтобы только посмотреть. Понятно, что на сайте есть какие-то фотографии, вот, а реально оценить нет возможности. Вот именно для этого я и еду в этот магазин. Ну, вот мы и приехали. Так, заходим. Опа. Ой. Здрасте. Нежданочка. Нежданочка. Хочешь нашу новую щелоку? Да. Хорошо. Так, ну, сейчас я проведу небольшой экскурс, раз уж пришел, по прилавкам. Так, что у нас тут есть? О, уточки есть. Уточки есть. Так, репелленты, фонарики, зарядники, кронштейны. Для нормальных пацанов нормальная оптика. Так. Так, ну тут ружья, т.д. и т.п. Как дома, можно даже и переодеться, померить. Вадим, что у нас есть для охоты на гуся? Все есть. Все есть, да? Да, начиная от патронов, заканчивая электро- либо духовыми манками. Так, а вот этот скрадок, это тот, который был в прошлом году, только цвета другого? Нет, это новинка этого года. Его можно устанавливать, в принципе, в воду. Он сделан, если правильно сказать, на базе раскладушки. На базе раскладушки. Да, то есть его преимущество основное, что все лежащие скрутки, которые до этого у нас были в продаже, приходилось ложиться на землю. На землю, ну, то есть, если там, как правило, весной она и холодная, и не очень хорошо для позвоночника, для спины. Вот, а этот скрадок позволяет... А еще раз открой его. Там дно есть? Ага. Там дно, где вот такое там деревянная плита. Деревянная. Она не дает ему, ну, проваливаться в болотистый грунт. Ясно. Ну, здесь есть одно «но». Это понятно, что на земле никто не лежит. Но из воды, вернее, с земли идет влага и сырость. И она на холодном материале... Возможно, будет конденсироваться. Возможно, а может и нет. Я думаю, что идеального ничего не существует вообще в мире и в природе. Ну, поэтому... ну, за такие деньги
принципе. Ну, хотя 447 рублей. Так, ладно, здесь еще что у нас есть? Здесь еще в виде... Засидка стула. Засидка, да. Стул выступает в виде остова. Ну, все крепится. Все действия происходят на базе стула. Вот. Он достаточно компактный, легко складывается для одного человека. Но все равно, я так понимаю, надо внутри сидеть в лешем. В костюме. Возможно, да. Вот. Возможно, здесь ее подмаскировать. Вот здесь же имеются нашивки специальные. То есть у нас в продаже есть лыка, которая позволяет не искать подножный материал на месте. Вот. А вот она фасовка идет по килограмму. 15 рублей 75 копеек она стоит, такая упаковка. То есть можно купить сразу в домашних условиях, его подмаскировать. Чтобы он не просвечивался. Либо, как вариант, можно сесть в кикимере, либо лешем, что позволит вам, в принципе... По новым правилам же разрешено при наличии чучелов и манка охотиться с использованием маскировочных костюмов. То есть, соответственно, можно сесть там в костюме, в стационарном скрадке, ну и если что-то не пойдет не так. Этот скрадок больше для утки, на гуся я не думаю, что это будет айс. Ты знаешь, люди его пользовали, вот, но, на мой взгляд, его нужно прикапывать, потому что он чересчур будет выделяться, ну, если он будет стоять в полный рост. Так, и вот это наши новоиспеченные гуси, да? Нет, это старые, того года, это того года. Да. Новинка вот. Они идут в коробке, вот коробка из-под них, они идут 10 штук, стандартная запал, магазин для не 12, да? Не 12, стандартный комплект сейчас 10 штук. Угу. А что вы их не выровняли? Нам потребуется другая. Как есть из коробки? Да, как есть из коробки. Но они от предыдущих отличаются тем, что они чуть меньше сложены будут, ну, в этой коробке. Ну, понятно. И они легче распрямляются, их, ну, проще именно держать форму. Если с предыдущего года нужны были определенные манипуляции, там, ну, в виде фена, здесь тоже можно сделать все, но они их отличают. Ну, вот отличают. Как он из коробки, а здесь уже... Расправленный. Они сами расправились или нет? Нет, вот это того года ты смотришь. Это того года. Вот. А, только этот получается. Вот и вот. И вот эти. Да, в стандартном вот комплекте модели. 10 штук, 8 таких и 2 таких. О них отличие, материал такой же, отличие прорисовка головы, прорисовка перьев и размер чучела увеличен где-то процентов на 20. В прошлом году я обзор делал, и там с ножкой была проблема, что дырочка вот здесь вот была, такая фаска не снята, и цепляла резинку. И вот, допустим, как у меня, практически, ну там, процентов 20 ножек, резинку, да, поотрывала резинки. Знаешь, я на этом не акцентировал внимание, честно скажу. Там сейчас этот вопрос, привет, Максим. Сейчас этот вопрос решаем таким образом. То есть снимаем чучело вместе с резинкой. Резинка остается в чучеле. Ага, и вот такой вариант. Да, и никаких проблем. Потом ее опять же так одеваешь. Да, и все. Ну, блин. Пока такое решение. Да? Не, решение понятно, пока. Да. Вот, резинки заказали, в контейнере китайцы забыли их положить, отдельно резинки тем, у кого они порвались. Да, поэтому в следующем году мы их, я думаю, все-таки в них заберем наши резинки и будем раздавать их, ну а что делать. Ну, вопрос да. Пока решить не получается, то есть это же сделано для того, чтобы чучело легко не крутилось вокруг оси. Ну, конечно, да, понятно. Вот, то есть эта штука как бы необходима. Ну, пока вот так. Ну, ты же знаешь, мы каждый год улучшаем, Эволюция представлена. Этот вопрос, я думаю, тоже решим. Вот она вся эволюция. Да, это с 13-го гусиков. Года. Вот первые, это не мы делали, то есть мы сюда, вот это, с этого началось, это китайцы вот так вот такую красивую раскраску сделали. Ага. Вот и первый, вот мы его тестировали, стреляли, там душили, все с ним делали. Ну, а потом уже пошли, конечно, другие уже цвета, раскраски и так далее. Вот это 14-й год.
Ну, короче, вся эволюция, да. И пришли вот 17. К такому варианту. Ну, слегка подровняется. Так, ну вот, парни. Вот этот новый образец, который в магазине был, вот это я принес с собой. То есть, в принципе, вы видите, после 20 охот вот этот гусик живой, все с ним в порядке. Так, сейчас этот в сторону. Сейчас сравним позу кормящегося гуся. Вот так вот. Вот, здесь голова изогнута. Да, деталировка получше. В принципе, материал и толщина. И толщина такая же. Так что, парни, мое личное мнение, что прогресс есть, улучшения были сделаны. Единственное, с ножками пока нет решения. Ну, это доработает каждый сам под себя. И при такой цене это идеальный вариант. И я вам хочу сказать, что не хуже спортпласта получилась версия эта. Размер магнум, форма кормящейся головы вообще изумительная. Так что, не знаю, наверное... Вот эти выставлю на продажу, а вот этих, вот этими затарюсь. Все, ответил на ваши вопросы. Все, кто далеко от Минска, все, кто хотели обзор новых чучалок версии 2020 года, подписывайтесь на телеграм-канал Запалбай, заходите на сайт Запалбай, весь ассортимент на сайте есть. Ну и... Кому понравился этот обзорчик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, скоро открытие на гусика. Предстоит вам увидеть много захватывающих красивых охот. Всем привет!